Добро пожаловать на Amaia Films, и сегодня для вас пересказ кинофильма «Зомби по имени Шон». Никогда раньше не срезал? Нас знакомят с главным героем по имени Шон. Он сидит в баре со своей девушкой Лизой и ее друзьями Дэвидом и Даяной. У ребят заходит разговор о лучшем друге Шона. Героям не нравится то, что Шон постоянно таскает с собой своего друга, который ведет себя как ребенок. Эд – лучший друг Шона, он же и сосед по квартире. Эд – безработный раздолбай, который постоянно играет в видеоигры. Все окружение Шона настроено против него. Также Пит, который проживает с героями в одной квартире, тоже недоволен Эдом, так как тот устраивает бардак и свинарник. А раз уж ты сейчас не работаешь, будь добр, уберись в доме слегка. По дороге на работу Шон видит, как люди теряют сознание прямо на улице. Главный герой работает продавцом-консультантом в магазине электротехники, аналог Эльдорадо и М-Видео. Это не реклама. К Шону на работу приходит Филипп. Это муж его мамы, Барбары. Он напоминает Шону, чтоб тот не забыл прийти к ним в гости. Шон покупает цветы для своей мамы, пока на улице отчаянно в панике бегают люди. Шон не успевает забронировать столик в ресторане, который попросила его девушка сделать заранее. Он сообщает ей это по телефону, на что Лиза обиделась. Молодой человек приходит к ней с цветами, которые купил для мамы. Он звонит в ее квартиру, но Дэвид и Даяна, друзья Лизы, не открывают ему дверь. Он пытается залезть в окно, но у него ничего не получается. «Привет, это снова я». Лиза в гневе ругает Шона. Дэвид радостно подкидывает и подливает масло в огонь. Парень дарит девушке цветы, но Лиза видит надпись на цветах «Любимой мамочке». Шона выставляет за дверь. Лиза бросает парня. Расстроенный Шон после расставания с возлюбленной направляется в бар. В баре Шон со своим лучшим другом Эдом напиваются. Эд успокаивает Шона и пытается его подбодрить. Шон и Эд пьяными идут по улице и поют песни. Вдруг они встречают ходячего мертвеца, но думают, что это пьяный бродяга. Друзья продолжают вечеринку уже у себя дома. Вдруг спускается Пит. Он явно недоволен громким шумом. Узнав, что Шона бросила девушка, просит своих соседей быть потише. Мы замечаем рану на руке Пита. Он говорит, что его укусил какой-то наркоман. Шона зацепили слова Пита о том, что ему нужно навести порядок в своей жизни. На утро Шон отправляется в магазин. С похмелья. Он даже не замечает апокалипсис, который наступил. Пустые улицы. Ходят повсюду зомби. Разбитые машины. Какой-то хаос происходит на улице. Шон, как ни в чем не бывало, спокойно заходит в магазин, открывает окровавленную дверцу, берет колу, покупает мороженое и, обнаружив продавца магазина, просто кладет мелочь и отправляется домой. Улицы кишат ходячими мертвецами, но думает, что это обычные бездомные. Мелочи нет. Придя домой, Эд говорит Шону, что у них во дворе какая-то девочка. Они выходят проверить, кто это. Парни думают, что это пьяная, и пытается к ним приставать. Эд даже фотографирует, как девушка пытается поцеловать героя. Шон толкает девушку, и та падает прямо на торчащую трубу, которая ее протыкает насквозь. Смотря на девушку с дыркой в животе, парни понимают, здесь что-то неладное. Также к ним приходит очень толстый зомби. Герои спрятались в доме, но Эд, как всегда, не закрыл входную дверь. К ним в дом пробрался один из ходячих мертвецов, но им удалось разобраться с незваным гостем. Герои собираются убить гостей на заднем дворе. Они бросают всякий хлам в зомби, но это не приносит свои плоды. Эд, бросив пластинку, попадает зомби прямо в глаз. Герой выбирает, какие пластинки можно бросать, а какие нет. Пурпурный дождь! Нет. Sign of the Times! Однозначно нет. Саундтрек Бэтмену! Шон открывает сарай, и друзья, взяв серьезное орудие, убивает ходячих на заднем дворе. После этой ситуации парни сидят на диване и едят мороженое, смотря новости. Шон узнает по телефону от матери, что на них тоже напали зомби, и они укусили Филиппа, отчима Шона. Шон рассказывает план действий. Первое. Они берут машину Пита. Второе. Едут к маме, мочат Филиппа, забирают маму. Третье. Едут к Лизе и забирают ее. Четвертое. Едут в бар. И пятое. Пьют пиво и ждут, пока все затихнет. План согласован, и парни готовятся выходить из дома. Но перед этим, поднявшись наверх, Шон обнаруживает в ванной комнате Пита. Он уже обратился в зомби. Шон его запирает. Друзья выходят из дома. Им удается сесть в машину и уехать от ходячих. По дороге парни видят хаос, творящийся на улице. Герои добираются до дома Барбары, матери Шона. Эд в восторге смотрит на ягуар Филиппа. Блять, он великолепен. Лады, похоже, кругом спокойно. Пошли. А что, если я здесь останусь? Тем временем Шон пытается убить отчима, но тот еще не превратился. Шон забирает вместе с собой свою мать и Филиппа. Герой замечает, что Эд случайно разбил машину, на которой они приехали.
Он грустно признает, что придется ехать на Ягуаре. На героев нападают ходячие. Один из мертвецов кусает Филиппа в шею, но им удается отбиться, сесть в машину и уехать. Выжившие приезжают к Лизе. Шон, пробираясь сквозь толпу мертвецов, приходит к своей возлюбленной на помощь. Парень забирает всех с собой, утверждая, что у него есть план, и они направляются в безопасное место. Герои пробираются через зомби. В машине Барбара знакомится с Лизой. Филипп говорит душераздирающую речь о чувствах к Шону. Шон проникается трогательными словами Филиппа. Отчим умирает и превращается в зомби. Герой спасается, выбегая из машины. Компания собирается идти пешком до бара. Пробираясь через дворы, герой натыкается на ходячего. Он нападает на Шона. Его спасает Лиза, и герой убивает зараженного. Фигня какая-то. Шон обнаруживает целую толпу зомби перед баром Винчестер. Парню приходит гениальная идея. Они решают притвориться ходячими. Дайана проводит мастер-класс по актерскому мастерству, и ребята тренируются подражать зомби. Неплохо, звук передан отлично. Барбара, превосходно! Прости, дорогуша, я витала в облаках. Как ни странно, но эта гениальная идея срабатывает, и герои пробираются к бару, а ходячие мертвецы их даже не замечают. Двери бара оказываются закрытыми. Ну, еще там! Пара секунд. Внезапно Эду звонят по телефону, он снимает трубку и начинает разговаривать, как ни в чем не бывало. Шон злится из-за такого поведения своего друга и начинает кричать на Эда. Зомби замечает компанию и пристально на них смотрят. Шон решает побыть приманкой и подзывает ходячих на себя. Он отвлекает внимание зараженных на себя, тем самым отводя их от своих друзей. Компания пробирается в бар без Шона. Друг Лизы, Дэвид, предлагает заделать окно, которое он сам разбил. Но друзья не соглашаются, они хотят дождаться Шона. Шон возвращается в целости и сохранности, зайдя через черный вход. Лиза очень рада видеть героя в порядке. Компания достает пиво и арахис и сидят за столом. План Шона полностью выполнен. Парень решает включить электричество и спускается в подвал. За дверью он видит огромную толпу зомби, которая прибежала за ним. Из-за того, что Эд включил игровой автомат, ходячие, услышав звук, окружили бар. В самом баре на наших героев нападает бармен, который превратился в зомби. Лиза, Шон и Эд избивают его бильярдными киями под музыку Queen. Тем временем в подвал пробирается толпа ходячих, которую замечает Дэвид. Компания находит ружье и готовится к обороне от ходячих мертвецов. Лиза отводит Барбару в безопасное место и видит, что ее укусили. Шон отстреливает нападающих на них зомби. Главный герой узнает о том, что его маму укусили. У компании начинаются разногласия по поводу убийства матери, так как она скоро превратится в зомби. Это не совсем честно! Держи! Спасибо. Не за что. Но Шон уверяет, что пока она еще не превратилась. Лизе удалось всех успокоить. Барбара превращается в зомби и нападает, но Шон ее останавливает. Зомби разбивает окно и хватает Дэвида. Они его съедают заживо. Дайана, девушка Дэвида, открывает двери в бар и идет прямо на зомби, избивая их, оставшейся ногой Дэвида. В бар заходит зараженный. Компания пытается отбиваться. Эд делает коктейль Молотова, но его кусает зомби. Лиза и Шон укрываются за барной стойкой. Эд прыгает к героям. Шон поджигает барную стойку, чтобы к ним не пробрались ходячие. Герои находят дверь в полу. Открыв ее, они спускаются в подвал. Компания от безысходности ситуации решает убить друг друга, чтобы не достаться ходячим. В последний момент компания замечает выход. Они пытаются с собой забрать Эда, но тот собирается отвлечь зомби на себя. Шон и Лиза поднимаются на улицу, которая кишит ходячими. Вдруг приезжают военные и убивают всех зомби, спасая наших героев. Через некоторое время мы узнаем, что властям удалось предотвратить вспышку вируса. Все превращенные в зомби люди оставили свои привычки. Государство держит зомби под контролем, используя их примитивный труд в простой работе. Некоторых ходячих используют в развлекательных телешоу. Лиза и Шон живут вместе, они помирились и любят друг друга. Эд, превращенный в зомби, живет вместе с ним в сарае. Сидя на цепи, он играет в видеоигры со своим лучшим другом. Эд! Большое спасибо за просмотр. И обязательно подписывайся на канал и ставь лайки, если не хочешь, чтобы твоя жизнь была однообразной и скучной. С тобой были AMF Films. До скорых встреч!